Геймплей губки Боба. После того, как заспамнились на РП-сервере, начинаем искать работу. И идем в местную забегаловку устраиваться. Сразу же, как пришли, получаем обычное задание. Принеси-подай. Нанотехнологическую лопатку. И уходим за ней в магазин. А тем временем Краб со Сквидвардом пытаются прокормить Орду. Бургеры ядных скамеров. Но у них это плохо получается, и на помощь приходим мы. Со своим выполненным заданием и нанолопаткой. И сразу же начинаем отыгрывать РП-повара на кухне. После того, как накормили всех скамеров и засейвили своих работодателей, нас берут на работу в Крабсбургер.